Останется только один, второй займет почетное место. Одесский реванш. Что? Одесский реванш. Они в Одессе тоже были в финале. Да? Да. А, я понял, вот о чем мне Константин говорил. Одесский реванш, точно. Насколько мне, если мне не изменяет память, то в Одессе такой финал уже был. И в этом финале Константин, увы, занял почетное место, а Руслан победил. Правильно я правильно вспомнил? Наоборот было, да? А, Костя выиграл, а Руслан занял почетное место. Ну, я же говорю, я помню, но не все подробности. В общем, у меня как с математикой, так и, в общем, с этой историей. Всех подробностей не помню, но помню, что пожилая учительница что-то пыталась донести. Итак, все, реванш. Все готовы? Все готовы, мы готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Blow. Обалдеть, это просто невероятно. Всего какие-то одно выражение первое в начале сезона. Решили исход этой битвы. С результатом 139-90 градусов судьбы. Поздравляю с победой Наверновича Константина. Руслан чуть-чуть не хватило, но мы в вас все равно верим. Еще будут батлы, еще будут финалы. Все еще будет. Пока фиксируем результат. Победитель батла 139,9. Наверович Константин.